С днем рождения, малыш! Сегодня молодые мамы, у которых в государственный праздник День народного единства на свет появились малыши, получили поздравления и подарки. Акция в Серпухове проводится в рамках партийного проекта местного отделения «Единой России». Некоторые сегодня не смогли сдержать слез. Акция для молодых мам не только приятный сюрприз, но и еще один повод сказать спасибо, в первую очередь, врачам. Так получилось, что второй приезд мой очень неожиданно. У меня, к сожалению, кесарево сечение, и ситуация была довольно сложная. Но мне хочется сказать спасибо врачам, потому что они не теряются, потому что они, в отличие от нас, всегда на страже нашего здоровья, здоровья наших детей. Спасибо огромное. Молодых мам самым значимым событием в жизни поздравили от лица секретаря местного отделения партии «Единая Россия» главы Юлии Купецкой. Очень рады, что вы рожаете в нашем городе, потому что для нас это, ну, все-таки важно, что еще один гражданин Российской Федерации родился в нашем городе. Я уверена, что из ваших деток вырастут замечательные граждане и жители нашего города. Хочу прежде всего пожелать вам и вашим малышкам крепкого-крепкого здоровья. С начала года в Серпуховском родильном доме на свет появилось 1200 малышей. В прошлом месяце более 120 детей. За первые дни ноября уже 14. Это действительно очень нужная акция. Почему? Потому что я должен сказать, что наши женщины, они уже привыкли, они знают, потому что сарафанное радио работает, что у нас в дни российских государственных праздников проходят вот такие акции, поздравления мам с этим праздником, с вручением подарков, и они даже, мне кажется, с каким-то трепетом ожидают такого. Акция «С днем рождения, малыш» проводится Серпуховским местным отделением партии «Единая Россия» в рамках проекта «Крепкая семья» и стала уже традиционной.